медалью. Расскажите, какая была ваша реакция, когда вы увидели пост на Советском спорте, вам 250 сообщений пришло? И вот... Да. Не знаю. Застеснялись или как вот, или удивились? Да, я удивилась. Как вы вообще попали в женский хоккей? Потому что девочки далеко не всегда выбирают этот вид спорта. Идут по гимнастике. Ну, там у меня папа, брат играют. Я, посмотрев на них, тоже решила пойти. В Руси была женская команда. В Руси вот так и начала заниматься. Ну, нравится? Да. Что скажете по поводу турнира? Опять же, тот момент с гимном. Вот когда исполняли неправильную музыку. Какая была ваша реакция? Ну, мы не растерялись и исполнили наш гимн. Есть, как и должно быть. Ну, удивились, что у них не нашелся правильный гимн? Ну, мы ожидали подставы, так скажем. Да? Поэтому не растерялись и спели. Реально ли вообще бороться нам с Канадой, с Америкой? Да, вполне реально. С Канадой 100%. Американки посильнее немножко, но все впереди. Есть к чему стремиться. А за счет чего вот мы прибавляем, можем их доставать? От Канады то же самое. Потому что раньше был отрыв-то огромный. Да, но сейчас все поменялось. Сейчас мы прибавим тоже к движению, вообще по тактике. Ну, понятно. Есть у вас в планах участвовать какие-то конкурсы красоты, еще нет, что-то, нет? Нет, даже не рассматриваю. Только спорт, да? Да. Спасибо большое. Вообще, как девушки в команде отнеслись, когда вы проснулись знаменит, как они... Мне сообщили об этом все, я, естественно, об этом не знала. Вообще, жить тяжелее стало или легче? Тяжелее. Да? Но кто пишет. ВКонтакте, да? Везде. В Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке. Но есть какие-то просто там привет пока или что-то такие, какие-то там предложения, может там модели стать? Нет, предложений нет. Нет? Предложений нет. Вообще, сколько сообщений было? 1000? Около 250 в первый день. Да, в Инстаграме 600 подписчиков сразу. Ого. Желаю вам удачи попасть на взрослый чемпионат мира, выиграть золото, чтобы было еще больше подписчиков. Спасибо большое.